четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали, а потом протокол про протокол протоколом запротоколировал. Как интервьюером интервьюируемый лигурийский регулировщик речисто да нечисто рапортовал, да не дорапортовал, да рапортовывал. Да так зарапортовался про размокропогодившуюся погоду, что дабы инцидент не стал претендентом на судебный прецедент, лигурийский регулировщик акклиматизировался в неконституционном Константинополе, где хохлатые хохотушки хохотом хохотали, кричали турки, которые начерно обкурен трубкой. Не кури только трубку, купи лучше кипу-пик, лучше пик-кипу-купи. А то придет бомбардир из Бранденбурга, бомбами забомбардирует за то, что некто чернорыл, и у него полдвора рылом изрыл, вырыл и подрыл. Но на самом деле турка не был в деле, да и Клара крали в то время кралась Кларю, пока Карлу Клары карал и крал, за что Клара у Карла украла кларнет. А потом на дворе дёготниковой вдовы Варвары два этих вора дрова воровали. Но грех ни смех, ни уложить в орех. А Кларе с Карлом во мраке все раки шумели в драке. Вот и не до бомбардира ворам было, и не до дёготниковой вдовы, и не до дёготниковых детей. Зато рассердившаяся вдова убрала в сарай дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова, не вместились все дрова. И два дровосека, два дровокула, дроворуба для расчувствовавшейся Варвары выдворили дрова в ширь двора, а обратно на дровяной двор, где цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла, цыпленок же цапля цепко цеплялся за цепь. Молодец против овец, а против молодца сам овца, который носит сени сено в сани, потом везет Сенька Соньку с Санькой на санках, санки скок, Сеньку в бок, Соньку в лоб, все в сугроб, а Сашка только шапкой шишки сшиб. Затем по шоссе Саша пошел, Саша на шоссе Саши нашел. Сонька же Сашкина подружка шла по шоссе и сосала сушку, да притом у Соньки вертушки во рту еще и три ватрушки. Аккурат в медовик, но ей не до медовика. Сонька и с ватрушками во рту пономаря перепономарит, перевыпономарит. Жужжит, как жужелица, жужжит да кружится. Была у Фрола Фрола на лавру наврала, пойдет к лавру на Фрола лавру наврет, что вахмистер с вахмистершей, ротмистер с ротмистершей, что ужа ужата, а у ежа ежата, а у него высокопоставленный гость унес трость. И вскоре опять пять ребят съели пять опять полчетвертью четверика чечевицы без червоточины и 1666 пирогов с творогом и сыворотки из-под простокваши. А всем о том у колокола звоном раззванивали, да так, что даже Константин Зальцбургский бесперспективняк из-под бронетранспортера констатировал, как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Но попытка не пытка.